По традиции, День поселка в Горках-2 начался с возложения цветов к мемориалу солдат, погибших на полях Великой Отечественной. А дальше все по программе. Сегодня поселок напоминает огромную строительную площадку. Идет капитальный ремонт сети водоснабжения, теплоснабжения, частично канализации. Эта кропотливая, трудоемкая работа давно ждала своего часа, но до прошлого года сети принадлежали агрокомплексу «Горки-2». Минуя курганы земли, траншеи, гости добрались до строящейся хоккейной коробки. Она будет введена в строй уже осенью этого года. Детвора, взрослые смело могут готовить коньки. Главный презентуемый проект – стадион и подземный паркинг. Глава городского поселения Надежда Исайкина – рачительная хозяйка. Многие удивляются, где она находит землю, если каждый квадратный метр застроен. Ответ на поверхности. На месте старого футбольного поля построили стадион, а под ним паркинг. Данный объект мы построили совместно с администрацией сельского поселения Горское, районной администрации. Вот, построили немножко раньше срока с использованием современных материалов, технологий. Вот, будем надеяться, что вам понравится, вы его оцените. Вот. И будете к нему хорошо и бережливо относиться. Паркинг просторный, светлый, на 179 машиномест. На 100% проблемы с парковкой в поселке он не решает. Численность населения растет, благополучие граждан улучшается, обязательно появятся новые идеи. В Горках не останавливаются на достигнутом. На сегодняшний день среди сельских поселений таких инженерных инноваций нет. И, наконец, главный подарок поселку – новый стадион. Огромный, 60 на 90 метров. Здесь можно будет проводить в будущем чемпионаты по футболу области России. А сегодня мальчишки с мячами в руках ждут не дождутся, когда, наконец, можно будет прорваться на поле, разрезать красную ленту. Всех хочу вас поздравить с этим прекрасным праздником. Сегодня даже вот погода изменилась. Чувствую, что у нас наступал праздник. Я очень рада сегодня присутствовать, потому что открывается новый спортивный центр, замечательное поле. Я всех поздравляю, особенно ребят. Я хочу, чтобы это поле никогда не пустовало. С праздником всем! С днем поселка, здоровья! И огромное спасибо за стадион. Действительно, он самый красивый, самый молодой и самый талантливый будет для наших ребятишек Горского поселения. Спасибо! С криками, возгласами «Ура!» толпа врывается на простор, но тормозят взрослые. Сначала разуться, построиться и принять участие в кроссе. Между прочим, это требование касалось всех и даже почетных гостей. В подарок всем памятные браслеты с надписью «Я люблю Горки», яблоки и по куску сладкого сочного арбуза. Станислав Трифонов, Галина Поликарпова, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».